центр мы уже взяли. Выступаем на Хайфу и Север. Максимум страниц, максимум информации, максимум театрально-концертных анонсов. Максимальный объем распределения, максимальная доска объявлений, квартиры, машины, работа и многое другое. Максимум – самый популярный еженедельник на русском языке. Спрашивайте во всех магазинах Израиля. Максимум, добрый день. Да, Котик, как дела? Да, солнце. Ну что там, ты готова уже? Сейчас, секунду, все равно Славик звонит. Алло. Алло. Да, ну что, машина готова там? Давай, позвони музыкантам, пусть всем 30 собираются. Давай. Алло, Люсь. Ну что, тебя все накрасили? Все хорошо, давай, я целую. Пару минут, и я перезвоню тебе. Целую, давай. Да. Марин, что у нас сегодня? Сегодня у нас есть встреча с Борисом Гиттерманом в 11 часов. В 11.45 встреча с адвокатом. В 12.30 нужно позвонить музыкантам. И в 3 часа нужно забрать невесту с салона. На сегодня все? Хорошо. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет сейчас не вызову милицию? Да тьфу! Сейчас позвоним, пусть узнает, что здесь творится. Алло, милиция? Die Mama hat gesucht zu mir, weg wegen einer Hingi. Legen dir Batuba nach Bambi ständig zu. Legen dir Batuba nach Bambi ständig zu. Zip, zip, emeru, gibt sie mir im Kämmeru. Ich werde etwas wahr, ein Schicksal im Mittag. Zip, zip, emeru, gibt sie mir im Kämmeru. Ich werde etwas wahr, ein Schicksal im Mittag. Говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше.
Давай отсюда! Рога подшибаю, редиска! Мариганы выкидываю! Помогите! Хулиганы зрения лишают! Молодой человек, пригласите танцевать. Пригласите, пригласите, пригласите. И ладонь мою в руках своих сожмите. Лет десяток с плеч долой, в омут танца с головой. Молодой человек, потанцуйте же со мной. Какая отвратительная рожа. Девчонки полюбили не меня. Девчонки полюбили трубача. А у трубача дудка горяча. Я понимаю, что я пролетаю. Дима, быстро беги, уже флаеры готовы, ты должен их получить. Другие мне тоже звонят в 6 утра. Почему реклама красная вместо синей? Дима, когда мы отправляем почту? Дима, когда ты принесешь нам квитанцию? Заканчивается, ты сколько у нас рекламы на ходу? С типографии звонили. Когда ты будешь? Где ты? Дима, без 5:30. Нужно в 3 часа забрать невесту с салона. Yeah!